период с 9 по 14 марта на дорогах Одинцовского городского округа проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз». Его главная цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий и пресечение нарушений правил перевозки опасных грузов. Внимание уделяется не только техническому состоянию и конструкции транспортного средства, но и соблюдению режима труда и отдыха водителей. Напомним, к опасным грузам относятся вещества и предметы, которые несут потенциальную угрозу жизни и здоровью человека, а также состоянию окружающей среды.